На соревнованиях в Неаполе девушки уверенно выиграли финал у хозяев турнира итальянок со счетом 3-1. Чемпионок универсиады Ольгу Зубареву и Ангелину Сперкайте из клуба «Динамо» поздравил президент Краевой федерации волейбола, первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он отметил, что это не единственное достижение кубанских волейболисток в сезоне, и командные виды спорта находятся на высоком уровне в регионе. В последнее время уже стало доброй традицией. Мы встречаемся тогда, когда команды или воспитанницы нашей команды занимают призовые места. Это на самом деле такая очень хорошая традиция. Мы верим в вас. Мы знаем, что волейбол в Краснодарском крае, наш клуб «Динамо», он на самом деле лучший, потому что об этом говорят заслуги и результаты. Поздравления принимали и другие игроки команды. Екатерина Пипунырова, Есения Мишагина и Ольга Зверева взяли бронзу чемпионата мира в составе молодежной сборной России. А Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вернулись с победой из Португалии. Там они выступали на этапе мирового тура по пляжному волейболу.